В жопу интро, приступим. Эй, мы продолжаем проходить зайчиков. Тут нам зашел в гости милиционер. А для чего он зашел к нам в гости? Точнее, в гости в класс. Говорит, хм, здрасте, забор покрасьте. Здравствуйте! Так, сейчас звука добавим. Во, так нормально. Садитесь. Спасибо. Познакомьтесь, это старший лейтенант Константин Владимирович Тихонов. Да, знакомы уже. Он задаст вам несколько вопросов и проведет небольшую лекцию по безопасности. Угу. Лучше лекция от милиционера, чем уроки. Ура! Господи, сколько счастья в их криках. Одноклассники оживились. Лучше лекция от милиционера, чем уроки. А я готов был высидеть 100 часов русской литературы, лишь бы не терпеть на себя давящий взор лейтенанта. Карие глаза нащупали меня среди учеников. Волосы на моем затылке зашевелились от ужаса. Посидели. Ледяной кол впился в кишки. А правда, что Бабурина маньяк убил? Да хуй его знает. Екатерина, ну-ка цыц! Вопросы здесь взрослые задают. А чё она на меня посмотрела? Просто нам всем страшно. Ну, вдруг ты маньяк? Может, убийца бродит где-то рядом? А вдруг это ты? Или сидит у нас за спиной? Да не. За моей спиной никто не сидит. Хитрый лисиный взгляд обращался ко мне. Тихонов шагнул в проход между рядами и медленно, невыносимо медленно пошел, касаясь пальцами спинок стульев. Ученики едва шеи себе не сворачивали, пристально за ним наблюдали. Так в средневековье зеваки предвкушали публичную экзекуцию. А он шел, неумолимо приближался. Я сжал зубы, удерживая скрик. Спокойно дыши. Ты никого не убивал и не похищал. Заранее зная ответ, Тихонов строго спросил. Петров Антон? Нет. Да. А, да? Встань, Петров. Ты какая учительница. Почему у нее глаза замазаны? Мышцы окаменели. Я встал, отклеился от стула, почти услышав треск суставов. Хотя бы Полина не оборачивалась, не видела мою застывшую в ужасе гримасу. Очутиться бы сейчас где-нибудь далеко, в лесу, зарыться в сугроб и сжаться комочком. Лейтенант глазил так, словно уже застегивал наручники на моих запястьях. Они наверняка холодные, эти браслеты. В голове носились мысли о тюрьме, о детской колонии, где десятки Семенов не оставят на мне живого места. Я ничего не знаю. Я тут ни при чем. Если бы ты ничего не знал, то бы так не говорил. А тебя никто и не обвиняет. Да ладно, а что так смотришь? Почему ко мне подошел? Пока что. В смысле пока что? Только теперь я заметил пустую папку с надписью «Дело». В его руке серую, из шершавого картона. Она шлепнула о стол, словно опустилось лезвие гильотины. Неторопливо, продолжая меня изучать, Тихонов открыл папку. Краем глаза я видел бумагу и фотографию. На снимках были следы на снегу, кажется, звериные. Ты с Семеном Бабуриным общался? Конечно, базарил. Я ему езжу, сейчас Палаха прописал, чтобы он от меня отстал. Я знал его всего один день. Такое ощущение, будто знал его вечность, езжу. Все знают, Петров его ненавидел. Ну, я его ненавидел как этого. Как
нехорошего человека. Он хороший человек оказался. Мы с ним там жили, сечи. Одну сечку на двоих курили. Я покраснел. Ах ты, мерзкая сука. Захотелось вцепиться зубами в Катино лицо и выгрызти ее щеку. Господи, что за страсти здесь происходят? Но я сказал, совладал с голосом. Мы повздорили вчера. Но он первый начал. Ну? Я его ударил. Сильно? Ну так, слегонца я же приложил, чисто по приколу. Да нет, так. Я неопределенно махнул рукой. Тихонов посмотрел на мой кулак, будто удивился, что я способен стукнуть громилу с фотографии. Лилия Павловна неожиданно пришла мне на помощь. Бабурин проблемный подросток, с шилом кое-где. Сам ко всем лез. О, хоть дело сказала. Так. Старлей многозначительно кивнул и вдруг выудил из папки тетрадь. Рапорт. Это твое? По алгебре. Наверное. Я отвел взгляд. Это была подписана мною тетрадь по математике. Взгляды от классиков жадно впились в меня. Даже писатели на портретах будто бы. Взгляд одноклассников жадно впился в меня. Даже писатели на портретах будто бы подозрительно щурились. Мое. В лесу нашли. Да ладно. Там же тракторист, что снег убирал, в последний раз видел Бабурина. Но мы его видели тоже. Я растерянно заморгал. Рюкзак распотрошил Ромка. Тетради наверняка затерялась где-то под кустом. Лейтенант в курсе насчет школьной потасовки, но знает ли он про драку на опушке? У меня были свидетели, которые могли бы подтвердить, что мы с Семеном разошлись по разным сторонам баррикад. В надежде я посмотрел на ребят. За спиной Тихонова Ромка прикоснулся указательным пальцем к губам и притворился, что ковыряется в носу. Когда лейтенант быстро обернулся, я расшифровал сигнал. Из уст таких ребят, как Ромка, это прозвучало бы как «Смотри, не мусорнись». «Смотри, не мусорнись». Великие цитаты 21 века. Я судорожно поправил очки. Но ведь Семен унес их вчера с собой. А сейчас так они... Так что ты делал вчера в лесу, Антон? Гулял. Я в школу через лес хожу. Окрестности изучал. Могла выпасть легко. Вот именно. Легко. Именно так далось мне это. Половинчатая правда. Будь осторожнее. Спасибо. И прежде чем я понял, угроза это или пожелание, учительница сказала. Класс. А сейчас лейтенант расскажет о правилах, которые вам необходимо соблюдать. Ага. Так маньяк все-таки есть. Да, это ты. Пока мы ничего вам сказать не можем. Ромка качнулся на стуле и показал мне большой палец. Молоток, держи язык за зубами.
Молоток. Я кивнул, хотя не ощутил ни малейшей гордости от его похвалы. В конце концов, именно Ромка раскидал мои тетради и учебники по снегу, и он руководил Семеном, пускай потом и поменял союзников. Но есть преступник или нет, вы должны четко помнить о собственной безопасности. Ага. Вас бережет милиция, вас опекают родители и учителя. Но в первую очередь защищать себя должны вы сами. А вот с этим согласен. Итак, кто там что хотел узнать? Да не знаю, всем пофигу. Лес рук забился над партами. У вас оружие с собой? Покажите пистолет. Покажите, пожалуйста. А охрану в школу выставят? У нас будет охрана. Дети загалдели, забрасывая милиционера вопросом. Стараясь усмирить хор, он двинулся к доске. Серая папка осталась лежать передо мной. Я смотрел на нее и дышал, как человек, пробежавший 100-метровку. Под свитером струсился пот. Ясно. Оглядел кабинет. Все дети внимали лектору. Только Рома что-то говорил Пяше. А Лилия Павловна сражалась с Сивотой, пялилась в окно. Объявлять комендантский час причин пока нет. Пропустить, ага. Слишком мало времени прошло с момента исчезновения вашего одноклассника. Угу. Мы все уверены, что он найдется живым и здоровым. Ага. Но сразу после уроков... Так долго он пишет? Раз, два... Вы должны идти домой и отчитываться перед родителями. Гулять во дворах, чтобы вас видели. Угу. И не в одиночку, а по двое или компанией. Ага. А как? Почему он же отвернулся? Как только я коснулся папки, Тихонов хлестнул меня взглядом, словно угрозой. Рука непроизводительная дурность, будто и вправду почувствовала боль. Лейтенант еще некоторое время молчал, не сводя с меня глаз. И мне было не по себе от этой тишины и на смешливо косящихся одноклассников. Милиционер закончил лекцию и суетливо заозирался. Но, наконец, он приметил оставленную на моей парте. Молча сунул ее под мышку и, не оглядываясь, пошел к доске. И еще раз. Как? Если вы заметите в поселке кого-то подозрительного, неважно, возле школы или на лесной тропинке, сразу сообщайте милицию. Окей. Телефон-то знаете? Нет. 02! Спасибо, ребята. Спасибо, Лилия Павловна. И это... Одноклассника вашего мы найдем. Надеемся. Ну да, подумал я. Поротить хорошенько в оврагах. Может, соберете. Как легко. Мысли были злыми, какими-то неуравноправленными. Я переключился на фразу лейтенанта о подозрительных личностях. Вдруг я видел маньяка, стоял с ним плечом к плечу. Подозрительные люди. Несколько подозрительной была девочка Лиса, ругавшаяся в темноте чудак из ниоткуда, что растворился в воздухе со своими загадками и стишками. Не могла ли она причинить вред здоровому Семену? Сказать ли мне об этом лейтенанту? Вдруг от моих слов зависит жизнь детей, милой девочки Ксении и Вовы так. Или мне поднимут насмех, снова начнут шептаться за спиной, а может... Только ужаснее сочтут сумасшедшим. Ромка грозно взглянул на меня через плечо. Вряд ли так, как он. Одобрит сотрудничество с милицией так. За сидящими впереди хулиганами беспокойно сновала коса Катя. Рука словно прилипла к парте. До свидания, лейтенант. Тихонов уже попрощался с Лилией Павловной. Уйдет. Опоздаю. Рассказать, что рассказать. А, подождите, сейчас про что? А про что именно рассказывать-то?
Ну, давайте попробуем. Я отклеил ладонь от столешницы. Его надо предупредить хотя бы ради ее безопасности. В доме у скрипчих сосен. Я поднял руку, тяжелую как гири. Простите. Два десятка голов повернулись ко мне. Учительница, лейтенант Полина. Катя толкнула локтем соседа. Зачем? Заспанный Бяша вытянул шею. Вопросительно нахмурился Ромка. Я слушаю. Меня будто изучали, положив под микроскоп. Вчера утром по дороге в школу я видел незнакомого человека. Одноклассники зашептались. Тихонов нахмурился. Глубокая морщина расщетила его лоб. Да откуда ему знать, чужак это или кто-то из местных? Он же в поселке без году неделя. Угу. Дети захмыкали. Злобно ощурилась Катя. Спокойствие. Антон, а сможешь детальнее описать? Ага. Меня осенило. Я не только могу описать, а еще... Я нарисовать могу. Я рисую немного. Угу. Выплюнув это признание, я ожидал, что класс взорвется гоготом, но никто не засмеялся, даже Катя. Полина заинтересованно смотрела, склонив голову. Внимание одноклассников польстило мне. Осмелел я, спросил. Нарисовать? Тихонов медленно Лилия кивнул. Павловна, мы тут проведем следственный эксперимент, а? Да, давайте. Пожалуйста, пожалуйста. Я вынул руку, разгладил альбомный листок. Пацаны, вообще спасибо должны сказать, я им время оттянул, так. Одноклассники вытаращились на меня в предвкушении, так. Окей. Полина улыбнулась, и улыбка эта была мне наградой за проявленную смелость. Ну что, Ван Гог, рисуй. О, Ван Гог. Так. Нет. Нет, нет, нет. Как у него там было? Погоди-ка, нет, 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 вот этот, по-моему. Нет, нет, о, на что я похож? Блин, а как он там выглядел-то? Ту-ту-ту-ту-ту. Какая у него прическа была. О, вот это вот вылитый цвет прям. И не такая, это уши. Похоже, мы этого чувака не нашли все-таки. Нет, нет. Нет. Нет, нет. Вот так, наверное. Давайте. Вот, пожалуйста. Я протянул рисунок милиционеру. Хм. И кто это, по-твоему? Я откуда знаю, его один раз видел-то. Лилия Павловна, не узнаете? Случаем не ваш трудовик? Что? Учительница прищурилась, селясь разглядеть мою работу. Какая отвратительная рожа. Да это батя Петрова! А, да? Серьезно, я кого-то нарисовал? Батя Петрова. Ромка звонким подзатыльником осёк Бяшу, заливающего смеха, и тот наконец-то прикусил язык. Казалось, от дружного охота задребежали стекла.
А-а-а. А ну цыц! Лилия Павловна шикнула на глаз, и смех приумолк. Но я сгорал на костре позора. Все ясно. Что тут еще скажешь? Тихонов небережно сложил мой рисунок и кинул в папку. Ну, занимайтесь. Спасибо. Он ушел. Зазвенел звонок. Придурочный. Ты что, охренела? Я не двигался, лишь смотрел в одну точку. Лилия Павловна прошагала, не посмотрев в мою сторону. За ней вышла Полина. Ученики, твою душу опять, притихли разом, словно не пуль... на пульте убрали звук. Они следили, как я иду по проходу. Прокурорский взгляд, прицелы снайперских винтовок. Я протиснулся сквозь баррикаду парт, ища Полину. А наткнулся на своих новых товарищей. Ромка и Бяща караулили у расписания. Я в тебе не ошибся, Тошик. Дошик, дошурак. Пацан, не спалил, как мы чуть было свинью не забили. Ага. Это повело бы милицию по ложному следу. Наверное. Наверное. А вы точно не имеете отношения к исчезновению Семёна? Мы-то нет, а вот ты. А вот я нет. Помнишь, как срулил от нас в потемках? Ага, я так и говорю, очкарик в дверь. Я вырнула на годе, ты копить на. Базаришь. Вы на чё намекаете, козлы? Однако мы тебе верим, а ты нам? Ой, да конечно верю. Ромка серьезно взглянул на меня так, что стало неловко. И я заикивал. Вот ты славно. Ромка понизил тон, с подозрением оглядел коридор. Дети подглядывали на нас, шепотом переговорились. Что ж, Сёма пропал, это правда. Это неприятно. Как и факт, что не просто пропал, а скорее всего уже сдох. Бяшин нервно передернулся. А ты почем знаешь? Дык. Мы за это уже терли. Здесь такие случаи не впервой. А что вы знаете, пацаны, можете рассказать? Думаешь, Сенечка, Вова этот и Сёма в Нарнию попали? А вдруг? Посидят в лесу с карамелькой за щекой и назад пришлёпают. Ну, может быть. Ясно же, кто их к себе прибрал. Неужели чёрный... Гараж? Маничелло! Чёрный Маничелло? Ты чё, расист? Бля, буду пацаны! Это всё местное Чикатило. Чикатило это кто? Чикатило так. Советский серийный убийца и людоед с целью полученной сексуального удовлетворения убил с особой жестокостью не менее 43 человек, преимущественно женщин и детей. Был признан вменяемым и приговорен к расстрелу. Вычислить бы еще, кто он такой. Пипец. Ну, если этот убийца Бабурина завалил, он и по нашу душу явится, отвечаю. Что ну, мы его делать? Раскошмарим. Вместе держаться, вот что. Втроем мы, как Вольтрон. Окей, Вольтрон, что это такое? Так, Вольтрон. Аниме. Даже здесь аниме есть. Сериал про пятерых подростков, пилотирующих робо-львов, которые объединяются в одного мега-робота для защиты вселенной от зла. В России сериал демонстрировался в 1990-х годах по телеканалу «Дважды два». В Вольтроне их пятеро было, на. Ну, еще двоих найдем, в чем проблема? Ну, считай, мы покалеченный Вольтрон. Нет, не катит так. Он кивнул мне совсем по-взрослому, а его взгляд был плотным, тревоги и грусти. Ладно, раз Сёмы больше нет, айда с нами. Дело одно есть. Постоишь для вида, покараулишь. Тебя, кажется, уже боятся все. Меня боятся? И хотя это не укладывалось в голове,
и меня раздробило их отношение. И я тут уже согласился. Я шел за Ромкой и Бяшей по сумрачным туннелям школы, дегустируя совершенно новое чувство вседозволенности. Мы шагали. Коридор будто героя какого-то криминального фильма. Словно только мы втроем обладали некой информацией, недоступной всем прочим. Не знаю, пошел бы я с ними, если бы мне сразу объяснили цели компании. Мы затаились в темноте у спортзала, а ребята начали потирать костяшки, глядя на выходящих из раздевалки мальчиков. Наконец Бяша ткнул пальцем в кого-то из толпы. Вон этот лох! А чё за лох-то? Чё он такого сделал? Ромка опасно заулыбался и кинул прокуренным голосом: стой на стрёме, и если кто из училок объявится, дай знать. Окей. Гляди в четыре глазна. Чё, в четыре глаза? Давай, давай. Ты нам должен. Да-да. Я встал на углу, переполненный самыми разными мыслями и чувствами. Ничего я не должен. Ты чё, не понял? В закутке Ромка... В закутке, позади Ромки. Переговаривался с пятиклассниками. Может, тебя на счётчик поставить, а? У шлёпок майонезный. Шлёпок майонезный, твою душу. Мальчик едва не хныкал. Что-то доказывало, но Ромка гнул свою линию. Собористо, бронясь, а Бяша лишь изредка поддакивал. Похвалил бы меня папа за то, что я связался с ними. Все, вали давай. Товарищи вышли из закутка. Лампочный. Озарило. Фотоаппарат в руке Ромки. Ого, полароид. Он твой? Ромка безразлично тряхнул черным чудом техники с раскладной вспышкой. Теперь мой. Мне тут один должник велик торчал за свой гнилой базар. А не боишься, что потом за ним тот дядя полиция придет за свой гнилой базар? Ну, говорит, нет у него велосипеда. Вот и расплатился фотиком. Окей. А мне он, честно говоря, в хер не впился. Ну, а что ты с ним будешь это делать? Парня было жалко, но все плохие мысли растворились при взгляде на желаемую камеру. Я живо представил, как понравился бы Оле полароид. Как я фотографировал бы сестру, маму, отца. Но ты подумал, если она спросит у тебя, откуда он, чтобы ты ей ответил? И как бы это она восприняла? Образы неспешно поступают на твердой карточке, будто из тумана выплывают родные лица. И Полину тоже щелкнул бы. Тогда у меня была ее фотография. Хранилась бы в ящике под замком. Раз он тебе не нужен, можешь мне его отдать? Так Рома смирил меня взглядом и снова стал тем Ромкой, с которым я столкнулся вчера. Коварным и насмешливым вожаком хищной стаи. Ты извини, братан, но я вещами просто так не разбрасываюсь. Ну дай-ка кореш, ну чё ты зажался? Могу в ломбард загнать, ну или разыграть во что-нибудь. Только он сказал об игре, как мне почему-то вспомнилась Алиса. Да твою душу, чё мне так спичить на эту кнопку нажимать? Я посмотрел на полароид. Ну давай я с тобой на него сыграю. Только во что? Бяша прыснул в кулак. Чаром! Снимем с нас вантовки последние штаны. Я тебе чё, пидор с пацанов штаны снимать? Понял, да? Рома посмотрел на меня сверху вниз. На что играть собрался? У тебя хоть бабки есть? Во-во! Свети карманы, Тофик! Я медленно вывернул содержимое брюк в слабой надежде наскрести хотя бы какой-то мелочь на завтрак. В кармане что-то зашуршало.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ё-моё. Я вынудил из штанов тот самый вкладыш с мистер Дессом, что получил благодаря Алисе. Видимо, я машинально сунул его туда, когда он вылетел из рукава со всеми тетрадями. А на вкладыше играете? Турбо, Мерседес, Бенц. У Бяши округлились глаза. Стоило поднести картинку с машинкой поближе, а вот Ромка даже брови не повел. Хочешь, повел. Чтобы я целый фотик за какой-то там фантик отдал? Это за... Да жвачки, это рубль цена, в полароде кассета еще целая. Ага, кассета целая. Да это да! Ой, у меня таких вкладышей жопой жуй, на кой мне еще? Мерседес-Бенц, на! Его-то нам и не хватало, Ромыч! Опа-на. Фу, блин. Ромка сплюнул под ноги и отвесил Бяшу под затыльник. Ну ты и трепло, братка. Теперь он за него цену до небес взвинтит. Чего он такой терпило, пол постоянно получает? Как я и подозревал, такой автомобиль был ценным пополнением любого коллекционера жвачки Турбо. Ага, значит, появился интерес? Так во что будем играть? Подкидного! Подкидного? Это что? В ножички? Какие ножички? Я не заметил, как в руках Бяши появились заселенные и наверняка крапленная колода карт. А Ромка прямо перед носом мастерски крутанул бабочкой. Играть по ихним правилам совершенно не хотелось. А давайте в камень-ножницы. Во, это хорошо. О, а ты у нас любишь рисковать. Да-да. Ну что, мой полароид против твоего мерса? А, давай. По рукам. По ногам. Так. Вот это мы. Камень, ножницы, бумага. Раз, два. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Хуякс. Красава, Ромка! Куда орех тосок разделал на... Так, а сейчас сохраниться нельзя? Я по-любому хочу, знаете, забрать полароид. Вот просто по-любому. Так, как бы не было грустно, по итогу... Папа всегда говорил, что карточный долг — это святое. Ромка сложил руки на грудь с довольной миной. Осмотрел свой приз, а затем посмотрел на меня и вдруг... Чё, Тошик, приуныл? Ладно, давай как другу дам шанс отыграться. О! Играем, скажем, до трех побед. А я изначально думал, что ну трёх. Ну ты, Рома, эти седрый тип! Дружки в ночь. Гиеницы засмеялись, но Ромка тут же серьезно поднял кулак. Но явно хотел продолжить. Хуякс камень. А так, ты чё, если я сейчас ножницы, давай еще раз херакс камень. Камень. Давай ножницы. Я чувствую, что он сейчас бумагу кинет. Ага, давайте снова камень. Во. Ну другой базар, так. Дайте бумагу. Опа-на. Так, если он помог по бумаге, по логике, он сейчас должен кинуть камень, так что давайте... Ах ты, козел. Давайте камень. Во. Ща решающий. Я не думаю, что он два раза будет. Давайте вот так. Так, ладно, если ножницы... Куда ж ты, я думал, ты щелкнул. Так, если ножницы кинул... На бумагу давайте переведем. Да ну нахрен. Мы выиграли. Я подозрением взглянул на оппонента. Ну, я выиграл? Или теперь мне нужно еще и Бяшу обыграть? О, какие предъявы. Ромка что-то буркнул под нос. Мне показалось, что он откажется выполнить условия и пошлет меня куда подальше. Эй, Ромыч, все по чесноку, на!
Ромка неохотно сдался. Везучий ты, сука. Держи. Не знаю, ему все равно дал бы карточку турбо, чтобы, типа, знаете, как какие-нибудь скинтиться, всякое такое. Только писюн свой не фоткай. Спасибо. А я это собирался делать. Так. Я завесил на ладони полароид и понял, что усмехаюсь, как настоящий победитель. Семь дней миновало с того дня, как лейтенант навещал класс. На первый взгляд все осталось так же. Лес по-прежнему протягивал к поселку свои крючковатые лапы, а ветер ночами заметал белые флаги, пороши. Родители приглушенно спросили в спальне. А я включил мультики. Погромче, подсел Коля. Фотографии Вовы и Семена чернели на доске. Да и круглолицая Сенечка не вернулась домой. Так, но что-то же все поменялось. На лицах одноклассников читались перемены. Они оттягивали карманы, подаренные яблоками. Испаривались враждебно. Школа больше не пугала меня. А главное, чья-то тень показалась, проскользнула по столу, оставив таинственную записку. Я бросил взгляд в проем между партами, но посыльного и след простыл. От кого эта записка? Что мог скрывать в себе этот аккуратный, вырванный, вложенный листок? Очередные угрозы унижения или все-таки... Взял листочек и осторожно вдохнул льющегося аромата. Ежевика. Жду тебя в тупике. У развилки. Приходи один. Внутри красный. Почерком было написано: жду тебя в тупичке. У раздевалки. Приходи один. А, это раздевалки? Ну ладно. Опьяненным призывом я тут же сорвался с места. То и дело оглядываясь, не увязался ли кто за мной. Задумавшись, я не заметил, что уже почти бегу. Заскакивая за поворот и тут же наткнулся на кого-то в темном закутке. Ой! Ой! Ежевика. Как диковая птица полетела к моим ногам зеленая тетрадка. Полина... преувеличенно возмутилась. Петров! Да ты совсем зрение потерял. Я поправил очки. Собственная близорукость словно бы перестала смущать. Наклонился и подобрал тетрадку. Прости, я так торопился. Ты меня ждала? Что случилось? Полина внимательно на меня посмотрела. Пощелкала языком. А знаешь, на что ты похож, Антоша? В смысле, на что? На блюзовую импровизацию. А, да? Очень интересно. Я заморгал, озадаченно. Это как? Вот именно. Для меня все люди с чем-то ассоциируются. С музыкой, получается? Для меня? Ну не с музыкой же. Ну не с музыкой, действительно. Мы зато выиграли полароид. Вот как раз с музыкой. Я с музыкой, ладно. Бывают люди гитарные соло. Или барабанный бой. Или военный марш, как наша Лилия Павловна. Военный марш, ладно. А ты такой задумчивый. Не, вот скорее. Иногда немного печальный. Не, я бы лейтенанта больше назвал военным маршалом. Ты точно блюз. Блюз. А почему импровизация? Хорошо, хоть не бочка. А это когда слушатель не догадывается, куда свернет мелодия. Какой темп возьмет. Конечно же, не все казалось Полиной. Дошло до меня. Но я не мог оторваться от ее улыбки, как и вы не сможете оторваться от моего следующего видео. Очень вам благодарен за просмотр и жду вас в следующем видео.
here we go.